Сегодня у нас проходит чемпионат Украины по дзюдо. Он проходит 2 дня. Сегодня у нас первый день. Выступают весовые категории 60, 66, 73 килограмма мужчин. И у девушек 48, 52, 63 килограмма. Во второй день уже тяжелая вторая часть нашего соревнования. Спортсмены съехали со всех регионов. И сегодня вот как раз спортсмены бронируют себе места в сборной команде Украины. У нас сегодня присутствуют еврокомиссары, которые проводят аттестацию данных соревнований и проведение данных соревнований, судьи. И в зависимости от того, как они отреагируют, мы будем планировать и проведение здесь европейских кубков, чемпионатов Европы. Сейчас ведутся переговоры о проведении чемпионатов Европы в Харькове. Дело в том, что Харьков соответствует требованиям. И надеемся, что не вмешается здесь какая-то политическая ситуация, не будет у нас накладок в этом плане. Чемпионат Украины по дзюдо – это, в принципе, событие года для Украины. Естественно, есть вот и чемпионаты мира, которые закончились недавно, чемпионат Европы, который был. Но это для наших украинских спортсменов место для того, чтобы показать себя, потестировать себя по отношению с другими спортсменами и доказать, на что способны. Перспектива развития спорта всего, как и дзюдо, огромная, но над этим надо трудиться. Это ежедневный труд для понимания и спортсменов, и тренеров, фактически и администрации, и федераций, и министерства, и правительства целиком. На спорт государство должно уделять намного больше времени и ресурсов. Дзюдо в Україні останнім часом набирає все більше і більше обертів. Про це свідчать результати. У нас і 2 чемпіони Європи серед юніорів, і 2 призера чемпіонату Європи серед дорослих. І знаєте, нещодавно на чемпіонаті світу Дар'я Білодід здобула золото, Зантара Ігорів здобув бронзу. Крім цього, перша, до речі, медаль в складі юніорської олімпійської збірної на юнацькій олімпіаді в Буенос-Айресі було теж дзюдо, бронзова медаль Олега Вередиби. Повинен сказати, що в Харкові дуже-дуже нормально, скажімо, зустріли, організували. Приємно, що правильно по регламенту IGF Всесвітньої федерації дзюдо, проводяться змагання, судді, техніка відповідна, там турнікети, огородження. Загалом, в цілому, чемпіонат в Харкові проходить на досить високому рівні. Еврокомиссаром много лет работаю, был на чемпионате Украины уже, так может, 5-6 раз, в прошлом году тоже. В этом году, здесь первый раз в этом городе, но прекрасный зал, все вокруг. И дзюдо всегда крепкий ездит на Украине после больших успехов. Ну, а мы очень рады, что можем чуть-чуть помочь судейству и людям, да, хорошая коммуникация с тренерами, которые известны в миру. Если возможно, в будущем мы придем еще опять и ходим так в национальные чемпионаты, осматривать, посоветовать. Уровень хороший. Мы были у майора вчера, он бы хотел тоже организировать чемпионат Европы большой. Это нелегко, но реально. Я надеюсь, что в течение 3-4 лет тоже увидимся на чемпионате Европы среди сеньоров или юниоров. Сейчас уже идет олимпийский отбор, мы выбираем лидеров. В некоторых весах у нас есть спорные моменты. Тут это все просматривается, формируется штатная команда сборной страны. Желаю ребятам красивой и достойной борьбы, пусть победит сильнейший. Чемпионат проходит на очень хорошем уровне, в шикарном зале. Чувствуется огромная помощь и городского головы, и федерации областной по дзюдо, то есть Олег Каратуманов, президент федерации. Все проходит на очень высоком, хорошем, квалифицированном уровне. В процессе этого мероприятия мы провели еще 2 серьезных международных семинара, тренерско-судейский, и японцы приехали, мы провели семинары для наших физиотерапистов. То есть я считаю, что этот чемпионат, он покажет, что мы имеем на сегодняшний день, на начало, так сказать, олимпийского отбора 2-летнего дальше.